Ну что ж, настало то время, а точнее зимний период 2021 года, когда, эксплуатируя наш автомобиль марки Land Rover, мы также прибегаем к тому, что нам необходимо заливать незамерзающую жидкость. И в большинстве случаев эта незамерзающая жидкость очень быстро расходуется. Расходуется она по причине работы фарообмывателя. И чаще всего мы слышим один и тот же вопрос в преддверии зимнего периода эксплуатации. Господа, а как отключить омыватель фар? Да, мы понимаем, что этот вопрос, скорее всего, заключается не в том, чтобы сэкономить на незамерзающей жидкости, хотя, в принципе, это тоже немаловажный факт, а больше заключается в том, что эта жидкость быстро расходуется, ее необходимо где-то искать, где-то приобретать, открывать капот, пачкать руки и как можно чаще ее заливать. Но в этом видеоролике мы ответим на этот самый прекрасный вопрос о том, как отключить фарообмыватель на автомобиле марки Land Rover, и начнем с примера модели Freelander 2. Ну, а перед тем, как мы это будем делать, господа, я хочу вам от лица компании Land Rover сказать, что мы не пропагандируем это действие ввиду того, что это безопасность. И если завод-изготовитель по определенному роду стандартам автомобиль оснащает омывателем фар, значит, он действительно нужен. Но здесь каждый выбор для себя делает сам. Буквально не так давно была весьма таки снежная, первый снег в Москве, была снежная погода, когда даже наши сотрудники, наши коллеги приехали на работу, и весь перед автомобиля был в снегу, и лишь только область линзы была очищена благодаря омывателю фары. Поэтому каждый для себя выбор делайте сами, нужно отключать либо нет, но а мы всего лишь навсего вам покажем, как это сделать, и опять-таки повторюсь, поговорим сегодня на примере модели Freelander 2. Здесь есть несколько моментов. Вы должны понимать, что на вашем экране сейчас находится модель Freelander 2 самого первого выпуска. Это с 2006 года по 2010. Значит, далее был рестайлинг 2010-2012. Значит, этот ролик на примере вот этого автомобиля первого поколения модели Freelander отнесется к двум автомобилям. Еще раз, 2006-2010 и 2010-2012. Значит, 2013 год. Процедура такая же, но немножко отличается. Так что мы отдельно снимем ролик о том, как отключить омыватель фар на модели Freelander 2 с 2012 года выпуска. Значит, для отключения омывателя фар нет никакой необходимости подбираться к бачку, подбираться к насосу, пережимать шланги, провода, что-то затыкать и тому подобное. Достаточно буквально элементарно вытащить предохранитель, то есть его демонтировать, который находится в монтажном блоке возле передней левой фары. Значит, еще раз повторюсь, 2006-2012. Значит, отключая омыватель фар, это очень важный момент, вы ничего дополнительно не отключите. Такова электрическая архитектура данного автомобиля, чему свидетельствуют электрические схемы от завода-изготовителя. Поэтому предохранитель на омыватель фар относится только к омывателю фар. Так что, если вдруг вы принимаете для себя решение, что вам это не нужно, отключайте смело. Значит, давайте сейчас я вам покажу, как это необходимо сделать. Значит, монтажный блок, снимаем крышечку, у нас есть два зажима, поднимаем ее кверху и оттягиваем в сторону двигателя. Таким образом она снимается. Здесь у нас есть картиночка, на которой изображен свет фар и омыватель, слот F24. Господа, вот здесь он находится, вот он слот F24 и вот он предохранитель на 30 ампер. Выглядит он вот таким вот образом, весьма-таки нестандартный, во многом случае может показаться, особенно для тех людей, кто в свое время ремонтировал сам автомобиль, то есть это не стандартный предохранитель, который выглядит вот таким вот образом, всем нам привычно, да, но вот он вот такой вот. И находится он в слоте, еще раз повторюсь, F24. Вот этот самый прекрасный предохранитель отключает омыватель фар. Ну, а в то же время, если вы захотите его активировать, вам необходимо просто-напросто обратно установить этот омыватель фар и в обратной последовательности произвести сборку вашего автомобиля. По крайней мере, этот самый легкий, что ни на есть процесс, вы можете контролировать с вами. Хотите – отключаете, хотите – подключаете. Ну вот, собственно, и все. Давайте подводить итог. Еще раз повторюсь, 2006-2010, 2010-2012 – это два года выпуска модели Freelander 2, где слот F24 и предохранитель на 30 ампер. Просто необходимо достать, и таким образом омыватель фар работать не будет. И вы сможете сэкономить для себя приличный объем незамерзающей жидкости. Ну что ж, на этом этапе я с вами прощаюсь. Если эта информация действительно была вам полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите ваши комментарии. Если этот формат ролика интересен, то мы, по сути, готовы показывать, как отключается омыватель фар и на последующих моделях. А если нет, ну, как говорится, на нет и сюда нет. И еще раз, господа, напоминаю, что мы продолжаем серию роликов по чип-тюнингу и замеру автомобилей марки Land Rover. Буквально в следующем выпуске выйдет весьма интересный материал. Так что ставьте колокольчик, не пропускайте, оставайтесь с нами. Пока-пока. I knew.